Лучший сотрудник магазина. Что сказали? Тут два раза надо слушать. Ларри Краун вас ждут в зоне отдыха? Но зачем? У него всего один недостаток. Проверка досье руководителей звеньев выявила, что вы никогда не поступали в университет или колледж. Мне жаль тебя, но наши пути расходятся. Вы увольняете меня? Вы теперь безработный, а ваш дом стоит меньше, чем ваши долги. Добудь знания, и ты застрахован. Да, правильно, Ларри. Ведь учиться никогда не поздно. Этот курс изменит жизнь. И преподаватель понравится. Самое время начать жизнь с чистого листа. Если вы хотите меня поцеловать, то вам этой ночью повезло. Том Хэнкс и Джулия Робертс в романтической комедии. А как этот курс называется? Шекспир политик. Серьезно? Сейчас вы должны смеяться вместе со мной. Ларри Краун. Поднимите правую руку и скажите что-нибудь патриотичное. Мы вернемся сразу после этой рекламы.